19 октября в России и в мире отмечаются такие праздники, как Международный день мытья рук, День ворчунов. Всех своих ворчунов поздравьте с праздником. День отца. Именно этому празднику мы посвятим наше закаливание. Поехали! Ой, благодарен! Благодарен еженедельным закаливанием, что весь негатив уходит. Кто первый раз у нас, будешь первый раз. Ладно? Желаю всем отцам быть лучшими. Как твой? Здоровья, счастья, побольше любви и чтоб не болели. К детям, да? Да. Два. Один из самых важных людей в жизни человека – это его отец. Он обеспечивает хорошую жизнь своему дитяти, чтобы то потом стало хорошим человеком в будущем. Я желаю всем отцам оставаться такими же добрыми и заботливыми. Какой ты красавчик, поехал. Оба! Я желаю всем отцам железного терпения, железной силы воли. Раз, два. Хочу пожелать отцам нервов побольше, хорошего здоровья. Нервов побольше? Да. Нервов побольше отцам пожелать. Желаю вам хороших сыновей, которые сейчас сражаются на СВО. Ну, все отцы, не будьте ворчливыми, в этими вы будете дедами. Поздравляю вас. Говорит молодой дед. Желаю всем отцам, дедам и будущим отцам вернуться с победой, здоровыми, целыми и с миром.